Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Продолжаем наши эфиры. И сразу перейду к главному. Отставке Разумкова. Она сегодня утром состоялась. 289 голосов за. Ну, в общем-то, никакой неожиданности нет. Потому что, ну, было понятно, что голоса будут. И в конечном итоге его отправят туда, куда сегодня отправили. Но речь о другом. Речь о завзятости, с какой офис президента и сам лично Зеленский это осуществили. Потому что исчезли все рациональные основания для того, чтобы отправлять Разумкова в отставку. Его начали дергать политически. Вот политический мотив какой, уже я неоднократно говорил, что только потому, что в случае, если Зеленский идет на досрочный парламент, президентские выборы, значит, нужен был спикер, который будет управляемым, который не будет идти по регламенту, который не будет законником, а который будет брать под козырек, как Стефанчук, и делать то, что говорят. Вот. И Разумков поэтому оказался ненужным, поскольку не нужны Зеленскому такие люди, которые думают о том, как это будет выглядеть с точки зрения закона там, спустя через несколько лет. Это касается не только Разумкова, это касается там, исследователей и много кого еще. Вот. Но такая логика, она имела смысл в том случае, когда ты идешь на досрочные выборы как можно быстрее, потому что пока у тебя высокие рейтинги, тем более у него там рейтинги чуть подросли даже до 32%, как последнее исследование Института будущего показало. Соответственно, пока у тебя не упали рейтинги, ты идешь на перевыборы, получаешь опять все, ну, практически, и вновь на коне. А они спешили именно потому, что понимали, что этой зимой могут произойти опять события, связанные там, с ЖКХ, связанные с энергетикой, которые приведут, как и прошлой зимой, к падению рейтинга, снижению рейтинга, то, чего они боятся больше всего. Соответственно, если ты снимаешь Разумкова, то ты если ты летом снимаешь Разумкова, то ты за осень можешь провести эти выборы и получить вот эти вот полтора срока, которые позволяют тебе быть на коне, гарантированно. Вот. Но поскольку вся ситуация затянулась, закон деолигархизации, отставка Разумкова затянулись, сегодня, какое там, 7 или 8 октября, 7 октября, и, соответственно, ну, нет уже резона начинать эту игру с досрочными перевыборами, потому что это все придется на зиму, еще непонятно, когда начнутся блэкауты. Может так статься, что аккурат произошел блэкаут, а в этот момент на следующий день у нас президентские выборы, и все понимают, что голосовать, ну, как-то нужно по-другому. Вот, поэтому эта тема с повестки дня снялась. Но для Зеленского, хотя политический мотив уже исчез, вот этот базовый, который заставлял снимать Разумкова, но для Зеленского это стало делом личного принципа. То есть это глубокая психологическая, как бы, драма, я не знаю, или трагедия этого человека, что вот такое эго настолько раздутое, что нужно любой ценой снять Разумкова для того, чтобы не напоминал, не мозолил своим внешним видом, не показывал, что, что вот должна быть процедура. А Зеленский — это не по поводу процедуры, это по поводу результата любой ценой. Ну вот, они же креативщики, а в креативном мире возможно все. В мире шоу-бизнеса возможно все, потому что это вымышленный мир, и ты там можешь играть по любым принципам, правилам и так далее. Вот. И вот здесь, когда это наталкивалось на реальность, то это вызывало неприятие Зеленским, тех людей, вот, и тех подходов, которые указывают на то, что есть реальность. Вот. Поэтому когда Разумков начал упираться, это начало вызывать еще больше отторжения. Как я уже говорил, это чисто психология, психологический эффект. И чем больше он вызывал вот это вот, чем больше он трепыхался, тем больше он вызывал желание
отправить его как можно быстрее в отставку. И вот для того, чтобы мобилизировать это голоса на отставку, потому что там были, ну, там были прения внутри фракции, к Крысюкову нормально все относились, вот, пришлось буквально в смысле ломать там через колено людей, которые не хотели голосовать внутри фракции «Слуг народа», то есть там угрожали уголовными делами относительно там каких-то родственников, которые занимаются бизнесом, там, или угрожали там отлучить от публичной активности, или угрожали там снять с довольствия, потому что, опять-таки, все депутаты сидят на довольствии, получают хорошие бабки, десятки тысяч долларов в месяц, и учитывая, что многие из них пришли из ниоткуда, то для них это, в общем-то, был джекпот, который, ну, будем объективно, такие, как Лиза Богуцкий, вот эта вся бесхребетная шелупень, которая залезла на крыльях Зеленского туда, в Верховную Раду, она, конечно же, будет послушно голосовать за кого угодно, за что угодно, и лишь бы только сидеть вот это вот в парламенте и скирдовать в закрома. Вот, значит, поэтому этих ломали. Но самая интересная оказалась позиция других фракций, потому что мы видели на табло цифру 289, и помимо сателлитов, значит, «Слуг народа», «За майбутнє» и «Довіри», в которых там проголосовали дружненько, так как сказала Банкова, проголосовала «Батьківщина», дала 20 голосов. И это очень интересно, потому что когда голосовали за закон про деолигархизацию, «Батьківщина» воздержалась и не голосовала вместе с ОПЗЖ и вместе с партией Порошенко, которая, впрочем, голосовали против. То есть «Батьківщина» тогда воздержалась, эти голосовали против. Вот. Ну, кто-то там еще воздержался или голосовал против закона об олигархах. И вот сейчас было очень интересно, почему она проголосовала. Потому что «Батьківщину» ломали на деле про зерновую корпорацию, где 13 августа запаковали ее главу Андрея Власенко. А это был ставленник «Батьківщини». Когда «Батьківщина», ну, там СМИ тоже писали, когда «Батьківщина» голосовала за бюджет 2021, то его поставили, это была как бы такая расторговка, как это очень часто бывает в политической действительности. Вот. И тут вот мы имеем такой результат. Хотя «Батьківщина» там занимала, в лице Юлии Владимировны, занимала позицию непримиримую, критиковала там, значит, за эти все маневры вокруг Разумкова и народные депутаты, которые в «Батьківщині» там тоже остро выступали, и т.д. и т.п. Мы видели, как Олена Кондратенко там была, ну, не хотела принимать участие в этом фарсе, и, ну, короче, все это выглядело там как позиция. И вот они 20 дали голосов, я не знаю, там Олена Кондратюк голосовала или нет, но по сути это означает, что Юлии Владимировне пришлось идти на очередной компромисс с самой собой, потому что договариваться, с одной стороны, критиковать зеленых, а с другой стороны, договариваться там по телевизионным предлогам, потому что мы прекрасно понимаем, что это договорняк. И договорняк, ну, в надежде на что? Мы все понимаем, что Зеленскому, ну, «Батьківщина» не нужна. И Зеленский сам неоднократно говорил о том, что ему не нужны старые политики. Порошенко, Тимошенко, там, Медведчук, вот это все, ОПЗЖ, там, и так далее, прочее, братья. Гройсман даже с Яценюком, которых трудно называть старичками, но вот он их тоже причислял к старым политикам. Поэтому на них, на всех, как бы, там, поставили крест. И поэтому со стороны
Батьковщина рассчитывать на то, что теперь они что, войдут в коалицию там, или коалиция будет новая? Ну так даже если бы Батьковщина не проголосовала, у него все равно было бы 269 голосов. И можно говорить о том, что Зеленский вот укрепил вертикаль свою, то есть он всем показал, что I can, типа я могу, и вперед. И это же касается олигархов там и групп влияния, которые есть внутри фракции «Слух народа», которые думали, что пропетляют, когда весной начиналась вся эта санкционная деятельность, то многие из них надеялись, что до них не дойдет, что мы не там распетляют, что вот мы-то влияем на каких-то десятки депутатов там, если мы голосуем по каким-то вопросам, по которым это не касается наших интересов, то типа ничего страшного нет, мы даем свои голоса. Но это было крайне наивно, потому что если вы голосуете по принципиальным для банковых вопросам, вот, в надежде, что депутаты будут голосовать, как вы им прикажете, потому что вы их финансируете, то вопрос времени, когда депутаты начнут думать, под кого сливаться, потому что когда тенденция на усиление власти президента все более и более отчетливая, он концентрирует в своих руках различные инструменты, в том числе и силовые, прежде всего силовые, то депутаты начинают думать уже не только о деньгах, но и о НЗК, о НАБУ, о прокуратуре, об СБУ и прочих органах, которые могут существенно осложнить жизнь. Тем более, что все они подвешены на вот этих вот деньгах теневых, которые идут в их карманы. Вот. И так олигархи прозевали этот момент, когда они могли реально создавать проблемы Зеленскому, контролируя своих депутатов. И вместо этого... вместо этого получили ситуацию, когда банковая все более и более устанавливала контроль над депутатским корпусом. И вот результат на табло 289, это результат победы Зеленского очередной, которая исключительно на его воле, на его психологических вот этих вот комплексах, я не знаю, связанных с тем, чтобы убирать все, что не нравится, как бы там, царским велением, типа, пошел вон, вот, но это работает, и это запускает то, о чем мы говорили в последних эфирах, и я говорил, и с экспертами говорили, запускает третий этап в каденции президентской Зеленского, этап к укреплению позиции, централизации власти, большей авторитарности власти, если хотите, и большей субъектности президента и тех людей, которые вокруг него дергают за ниточки, и как следствие больших проблем у тех, кого называют старой элитой, либо всех недовольных в той или иной степени президентской политикой. Поэтому Зеленский сегодня победитель, это без сомнения, но опять-таки, как я уже говорил вот в последнем ролике, который вчера отдельно записал, что это путь к большим проблемам для страны, потому что волюнтаристский подход, который зиждется вот не на профессионализме, а на сиюминутных желаниях, он вопрос времени, когда заводит тебя в очередные проблемы, потому что помимо волюнтаризма, помимо волевого решения в политике, всегда есть фрейм, всегда есть рамки, которые тебя окружают и которые определяют твои пределы твоих возможностей. И если ты не изменяешь медленно этот фрейм, эти рамки внешние, и не создаешь предпосылки институциональные, экономические, там какие угодно, для того, чтобы в целом вся ситуация изменилась в стране, то тогда рано или поздно ты налетаешь на эту стену и разбиваешь себе нос. Поэтому Разумков проиграл, Зеленский победил, значит, но как это уже неоднократно было в нашей новейшей украинской истории, за любым усилением власти следует ее ослабление, потому что власть, которая не ограничена, которая не знает самоограничения, не способна осознать необходимость самоограничения, она быстро впадает в
в маразм деспотии там, или в маразм вот этих вот решений вседозволенности и прочих вещей, которые мы наблюдали и при Кучме, и при Порошенко, и при Януковиче там особенно, да, и это все заканчивалось тем, чем всегда заканчивается. Поэтому 289 за. Украина сделала очередной решительный шаг к очередной, значит, интересной ситуации. Ну, а как оно будет там зимой, посмотрим. Обязательно посмотрите наше интервью, нашу беседу с Андрианом Прокипом, где мы рассматривали проблемы по газ. Посмотрите мое видео по поводу вот этой вот ситуации с Зеленским. Я вчера ее детально разобрал, и, по-моему, очень хорошо получилось. Не поленитесь, я там все закину, либо в ссылках здесь, или в конце высвечиваются ссылки на интересные видео. Вот, не теряйте оптимизма. Бабье лето в Киеве, все хорошо. Я подъезжаю скоро к студии, и мы запишем, я думаю, прекрасную беседу с Петром Кульпом, бывшим министром польского правительства и умнейшим человеком. И обязательно советую вам посмотреть его беседу. Пока.